Среди других играющих детей она напоминает лягушонка. Заправлена в трусы, худая рубашонка. Колечки рыжеватые кудрей рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, черты лица остры и некрасивы. Двум мальчуганам, сверстникам ее, отцы купили по велосипеду. Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, гоняют по двору, забывши про нее, а наш за ними бегает по следу. Чужая радость, так же, как своя, томит ее, и вон из сердца рвется. И девочка ликует и смеется, охваченная счастьем бытия. Ни тени зависти, ни умысла худого еще не знает это существо. Ей все на свете так безмерно ново, так живо все, что для иных мертво. И не хочу я думать, наблюдая, что будет день, когда она, рыдая, заметит с ужасом, что посреди подруг она всего лишь бедная дурнушка. Мне верить хочется, что сердце не игрушка. Сломать его едва ли можно вдруг. Мне верить хочется, что чистый этот пламень, что в глубине ее горит, один свою всю боль переболит и перетопит самый тяжкий камень. И пусть черты ее нехороши, и нечем ей прельстить воображение, младенческая грация души уже сквозит в любом ее движении. А если это так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?